Бабушка – самый близкий человек. Но когда Данилу Кварцову исполнилось 15 лет, ее не стало. Меня как бы забрала моя тетушка с моим крестным отцом и моих двух младших братьев. И уже вот 3 года мы живем вот такой большой дружной семьей. Новый год Данил встретит в своей собственной квартире. День, когда он получил заветные ключи, ждал с особым волнением. Дизайн интерьера уже распланировал. Мне бы хотелось просто сделать все в таких достаточно теплых тонах, чтобы достаточно было уютно, комфортно. Квартира очень сама по себе светлая, красивые компоновки, достаточно просторная, большая и как бы на очень удобном этаже. Для Русланы вручение ключей совпало с ее личным праздником – днем рождения. Несмотря на юный возраст, подход к жизни у девушки серьезный. Планирует все – от того, что сегодня надеть, до будущей работы. Хотелось 18 лет, чтобы там дела делать свои от родителей. Не то чтобы зависеть, но все равно быть более самостоятельной. Накануне праздника новоселье отметят 18 ребят. Одинцовский округ в этом году выполнил программу губернатора Подмосковья по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Карина Гиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».